Анри и Барбюс опять. Пятиэтажный кирпичный дом 1917 года постройки. Вход в парадное в удовлетворительном состоянии. Установлен кодовый замок. Во дворе есть зоны отдыха. Есть немного мест для парковки автомобилей. Рядом с домом школа. Поблизости пиццерия. Несколько отделений банков. Планетарий. Магазин бытовой техники «Фокстрот», кинотеатр «Баттерфляй» и «Мегамаркет». Неподалеку торговый центр и Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Ближайшая станция метро «Олимпийская» в нескольких минутах ходьбы. Общее состояние дома удовлетворительное.